Видимо, так и есть. А вот и топорик. Топорик — это уже серьезно. Здесь есть вот такая вот комната. Воу! Которая заперта. И мы можем топором ее открыть. Hey, say, problem, Drew, и вот я только сейчас понял об этом. Про это. Oh, sure. Грант Конан. Коэн. Грант Коэн. Кто это такой? Has to make sure our budgets don't go all out of whack just because genius upstairs went out and got himself another idea. Speaking of which, and this is top secret, apparently Mr. Drew has another large project in mind now, and it ain't gonna be cheap. Я не знаю, кто такой Грант Коэн. Делайте свои, ребята, предположения, потому что в эту дверь я вчера не заходил. И здесь есть маленькая статуэтка Бенди. Посмотрите. Сейчас попробую запрыгнуть, чтобы получше было видно. Я застрял. Эп, вот она. Ой, я даже по ней ударил. Маленькая статуэтка Бенди. До этого вроде бы не было таких статуэток. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой! Вы видели? Идет. Бенди идет. А давайте с ним повоюем. То есть он сейчас за нами побежит? Побежит же? А-а-а! Наконец-то мы увидим, что это такое. Я, наверное, не туда бегу. Ну ладно. Он за мной бежит! Он за мной бежит! Вот дерьмо! О, нашел. Я умер. Я умер! Что, я ж... А, это воскрешение. Прикольно. Ну, я наконец-таки это... Посмотрел, что такое Бенди. Что он делает. До этого я ничего не понимал. Опять урон получил. Ну что, смотрим? Да? What the heck is this? И что это такое? Чай пьет. Время чаепития! У меня открылась ачивка. Опять Митли. Опять Митли пьет чай. Ну, не пьет чай опять, а просто опять он. Он вечно попадается нам на пути. Да, вот такая вот фигня. Можно даже сфоткать вот так вот и запомнить то, что здесь есть такой. Корзинка трехмерная, чайник трехмерный, вот это все двухмерное, то, что у него здесь. Стол и сам Митли. Там бургер. Да, все верно, бургер. Эй, он идет? Вот, видите, проходит. То есть попадаешься ему на свет, то он тебя, видимо, будет ловить. Не попадаешься на свет, то он просто мимо проходит. Вот такой вот чувак. Прикольная, прикольная тема. Мне лично понравилось. Он идет. Блин, я не знаю, надо прятаться где. Сидим. Он же пройдет мимо нас. А если я его ударю? Давайте ударим. Ударить даже будет интереснее. На. С ним можно драться, что? Ай. Прикольно! Я, кстати, быстрее него вроде бы бегу, так что, в принципе, это все очень классно. Отставит меня, хватит светить мне. У меня глаза болят. Прикольная, прикольная тема, кстати. Здесь он бежать, да, вроде бы можно. Хелло. Потерял? У меня потерял, ребят. Прикольно. А я могу, интересно, его избить просто?
Будет прикольно, если да. То есть я один раз только его ударил. Смотрите, он ходит теперь туда-сюда. Он, видимо, не понимает, где он остановился. То есть, по сути, его зона действия находится только там. А сейчас он не понимает вообще, что происходит, и видите, туда-сюда ходит и не может понять, где он находится. То есть я сломал. Давайте с ним подеремся. Ай, больно же. Подеремся, я имел в виду, я тебя буду бить, а не ты меня. Но он останавливается, видите, просто. Вы его убьете, он приостанавливается. То есть... Ой, больно же. Или сохранение. Станет меня. А я могу ему проектор выключить? Там вроде бы есть такая ачивка. Давай попробуем. Или все проекторы выключить, такая ачивка там есть. Ну не, его вырубить нельзя. То есть он не умирает. На. О, его можно вырубить! А я не знаю, кстати, где он. Кстати, эти коробки можно отодвинуть. Точнее, бочки. Это вообще нормально? Я не понял. Эти бочки можно было отодвинуть все это время. И здесь какие-то кости, ребят. Ой, что смотри. Какие-то кости торчат. Офигеть. И смотрите, здесь костей-то вообще много. Их взять нельзя, если вы думаете, что как-то здесь можно выполнить квест. Дать кость Борису. Нифига. Блин. Бенди появился. Я не знаю, что делать. Ну, вроде бы не сюда идет. А, он в обратную сторону идет. А если за спиной у него буду? А! Дерьмо! Я обосрался! Вот он такой вот, Бенди. Ну да, это было страшно. Его не ударить, ребят. Бенди не избить. Я только что это проверил все-таки. А я же до сюда не доходил. Прикольная заставочка здесь в конце. Ну вот, она связала живого Бориса, чтобы делать на нем опыт, я так понимаю, да? Она хочет вселиться в него, я так понимаю. Или что-то типа того, я не знаю.